большое спасибо администрации района. Это одна организация в нашем городе, не только в городе, но и в Красноярском крае, которая поддержала строительство этого моста, сделали финансовое определение стоимости этого моста. Сегодня это определение фигурирует на всех этапах в законодательном собрании нашей городской администрации. И вот поэтому еще раз огромное спасибо. Докладываю. Значит, наша администрация, вы сами знаете, города наотрез отказалась. В администрации края, в принципе, принимает все нормально, потому что 18 тысяч населения подписало под этим воззванием по решению этого моста. Ну, однако, все ссылаются на градостроительный план города Ачинска и на главу города. Глава города Тимофей Петрович, который сегодня стоит у нас во главе города, согласен. Этот мост включен в генплан, но это на будущий год.